маэстро музыку. Творческая встреча Сергея Войтенко с учениками детской школы искусств началась с импровизации. Известный баянист, композитор и продюсер сыграл дуэтом с юным музыкантом Денисом Анисимовым. Волновался, как на конкурсе делится начинающий исполнитель. Волновался, что вот не получится, там ошибусь, а потом как бы почувствовал, что все свое, как бы можно тут открыто играть. Надо ласково играть, как бы с акцентом всегда, выразительно. Сергей Войтенко раскрывает ученикам несколько профессиональных секретов. Надо с любовью все делать. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Вот по этому принципу надо жить всем. Если студент любит инструмент, любит заниматься и получает от этого удовольствие, несмотря на то, что занимается по 8 часов в день, вот, то вот результаты сказываются потом на деле. В репертуаре Сергея Войтенко не только пьесы на баяне, но и вокальные композиции. В январе музыкант планирует снять клип на новую песню. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, «События».